сегодня очень сложное испытание. Да, что-то они уже подготовили дома. Письмо Дедушке Морозу. Должны были подготовить рецепт пряника замечательного. Принесли? Хорошо. Также они должны были подготовить визитку своего костюма и представить свой костюм здесь, сейчас, вот в таком своем дебиле. А веселые зверюшки в мой перенос.
исчез нежданный сон. Но порою снова ко мне приходит он. И однажды средь вещей забытых я случайно подняла ларец. Значит, сказки новогодние летние не конец. Новогодние игрушки, свечи и хлопушки в нем. Новый год будет помогать Дедушке Морозу. Вот и все, она же лучшая из них, девочка. Молодцы.